Магомед Аздоев отправляется выполнять 11-метровый. Мы с вами с замиранием сердца наблюдаем за этим эпизодом. Аздоев разбегается. Удар и гол. Браво, браво, браво. Погоров забирает мяч, но дальше продвинуть его сильно не получается. Лапа. Хорошая скидка на Куприянова. Куприянов отдает пас. Добивание. Это гол. Это просто вау, друзья. Но опять вот все сделано как по нотам. Как будто вот вы музыку хорошую слушаете. И в определенный момент, когда вы ждете, например, проигрыша, он там и случается. Рыбаков возвращает контроль над мячом своей команде. Толкачев. Рыбаков хорошо находит пасом Аздоева. Аздоев такой дождался и подключает наконец-таки. Ой, как здорово все они исполнили. Это еще один гол. Погоров отличается дублем. А с чего все началось, друзья? Великолепно сделал тут Арсений Павлов. Хорошая. Толкачев. Пас на Жамбина. Жамбин сам. Ермоленко накручивает своих оппонентов. Пас в штрафную. Совершенно один там дежурил Погоров. И хэт-трик. Абдулла оформляет хэт-трик.